The man is avenging the death of his wife and children, which means we are the only family he has left. So we will take care of him the way he takes care of us. Now, let me do my work. And don't ever disparage the good man again. Всем привет, это Лукас Хассел. Я здесь с новой реакцией. Извините за долгое отсутствие. Я был очень сильно занят. Я с превеликим желанием хочу посмотреть на нашего сверхталантливого джентльмена. Димаш? Кто-то посоветовал мне песню «Война и мир» и сказал, что эту песню Димаш написал сам, что просто фантастика. Я не знаю, чего ожидать. И вот это видео. Цифровое шоу Димаша. Давайте послушаем. Да. Извините за такую быструю паузу, но мне уже нравятся эти струны и эта виолончель, которые играют на фоне этого драматического красного цвета. Съемка сверху. И пока мне непонятно. Я не вижу. Я не могу разобрать, что там написано. Но пока все такое грозное. Да, это он написал. Нет войны. Вот что там написано. Очень сильное начало. Мне кажется, это призыв против войны. Может быть, это как-то связано с Россией и Украиной. А может, это о каком-нибудь конфликте внутри самого Казахстана. Давайте посмотрим, что будет дальше. А вот и он. Хорошо, я вернусь назад. Очень тяжело. Найти баланс между моим восхищением от его необычайного голоса и чтением слов этой серьезной и очевидно значимой песни для самого Димаша, потому что здесь есть что-то личное. Я вернусь немного назад, но мне уже нравится вот это его мягкость и вот это его некое умение. Возможно, здесь немного другой подход. Обычно он использует много вокальной акробатики, когда его голос больше. Когда он проецирует больше, а тут ему еще сложнее, потому что он делает это в таком низком тембре. Очень-очень красиво. Какая поддержка голоса? Мы к этому вернемся. Посмотрите на этот экран. Здесь кровь или образы, вызывающие мысли о крови. Все это пересекается на экране. Он выглядит великолепно, и он полностью в этом моменте. Однозначно, это для него многое значит. Один только факт, что он сам написал эту песню и сделал это очень элегантно. Как мне кажется, между мажором и минором. Люди, которые разбираются в музыке получше, можете поправить меня. Так мягко и высоко.
прекрасные слова. Фриден – это на немецком, переводится как «мир». У него настолько чистый и настолько ясный голос. Здесь чуть больше поддержки. Намного больше. Полагаю, сейчас будет переход. Это так превосходно, слышать его снова. Давненько я не вспоминал, какой же у него славный голос. Такой супермягкий в самом начале и немного заниженный, где он проявляет свою эту способность петь в низком диапазоне. И постепенно он добавляет. Шаг за шагом он прибавляет. И в итоге мы получаем этот кристально чистый тон в верхнем диапазоне своего голоса. Жду не дождусь, что будет дальше. Но это уже и так. У него так хорошо получается ведать нам эту историю, используя свой голос и талант, добивает еще тот факт, что он сам написал эту песню. Мурашки. А тут он в миноре. Это же живое выступление. Вы же по-любому знаете больше, чем я. Это же концерт. И он же здесь поет вживую, потому что способен на это. Он может так петь. Я думаю, это живой звук. Напишите мне, если я ошибаюсь. И... Ну, держитесь. Или нет? А вот и да. Он падает на колени. Как же это по-димашевски? Он полностью отдает всего себя. Умопомрачительно. Я думаю, что так он выражает свою политическую позицию. Мне приятно знать, что его волнует эта тема. Ведь это может быть рискованно для него. Радует, что у него есть своя позиция в этом вопросе. И как я понял, он против войны. Он выглядит
очень зрелым и собранным. К тому же он очень умный человек, потому что после таких больших вершин, что он достиг, он ведет себя очень приземленно. Я рад, что мне выпала такая честь послушать одно из его творений. До этого он поражал невероятным исполнением каверов и песен российского композитора Игоря Крутого. А тут у нас два в одном. Это что-то новенькое. И кто знает, каких высот он достигнет на этом поприще. Благодарю за эту рекомендацию. Я счастлив вновь делать реакции. Особенно на Димаша. Будьте на связи. Рад был снова повидаться с вами. Чао.